Всем привет! С вами Руслан, и сегодня у нас на обзорчике будет интересненький модик Лады Нива. Это, так сказать, мечта всех работяг Советского Союза. Ну и не только работяг, любителей охоты, рыбалки, да и просто жителей сельской местности. В конце 70-х, начале 80-х это, я не знаю, это мечта. Мечта была иметь такой автомобильчик. Да, бомба. Так, ребятки, его обновили недавно под версию 1.39.1.40. Размер 132 мегабайта. Ну и что сказать, начал он свой путь, этот модик, еще с 28-й версии. Я его как-то пробовал и на 30-й, и на 36-й, но как-то он мне не зашел. Ни по звукам, ни по функционалу, ни по рулежке управлению. Ну, совсем как-то не так. Но будем надеяться, в 39-й версии будет что-то поинтересней. Поехали, посмотрим. Вот, мои дорогие, наша Нива. Сейчас мы посмотрим, что тут да как. Ну, вроде бы так... Общий взгляд, ну, бомба, красивенько сделано, как в реале, класс, отлично. Так, сзади не поставили он дворничка, ну, это, так сказать, не важно, но эстетический вид, конечно, немножко портит. Так, брызговички передние, задние, прикольненько, класс. Колесики норм, но там выбор есть, потом покажу. Так, поехали. По звуку заведем двигатель. Что там по звуку у нас с двигателем? Офигеть. Ребят, ну... Что сказать, с какого-то грузовичка. Ну, прикольно. Прикольно. А ну, глушим. И сейчас попробуем опять завести. Ну, как бы так, ничего. Поехали дальше. Так, по поворотам. Поворот передний есть. Повторители вот на наших зеркалах есть. Так, сзади. Сзади есть. Тут... Тут работает. Передний тоже работает. Повторитель тоже работает. Так. Отлично. Поэтому есть. Так, сзади. Поехали по стопам. Стопы работают. Так, габариты. Работают габариты. Так. Задняя передача работает. Ну, красавцы. Класс, отлично. Что у нас по сигналу? Прикольный сигнал. Так, по свету. Ближний, дальний. Ну, бомба. А-а-а. Класс. А ну-ка, как отсюда оно? Да, ближний, дальний. Есть, все нормально. Так, по дворникам. Ну, все... Все как и было, как и есть. Вот один дворник телепается, один непонятно он где лежит. Ну как, было в тех версиях ранних, так оно и осталось. Так, включаем дворники. Прикольно. Отсюда смотрите, что делается. Вот. Видно, да? Один дворник. Вот один дворник машет отсюда. Да. Косяк еще, какой косяк. Ну, несерьезно, ёперный театр. 39-я, 40-я версия. Ну, можно было бы уже, ладно. Колхоз полный. Так, отсюда посмотрим дворник. Отсюда совсем он, они откуда-то с торпеды выплывают. Да. Не есть гуд. Поехали по салончику. Ну, тут как бы так... Как бы так. Ну, скажем так,
скажем так. Ну, с одной стороны, ничего. Ничего. Но это же народный автомобиль. В принципе, нормально. Так, по приборке, что тут? По приборке. Ну, такое, приборчики там все. Все как бы так, подсветка. Подсветка интересная какая-то. Да. Ну, нормально. Тахометр работает. Бак что-то у нас половину показывает, а может так оно и есть. Сейчас проверим. Так. Бак, да, половину. Я уже летал на ней. Температурка вроде бы тоже показывает. Этот показывает ручник, но почему-то он не тухнет. Масло, указатель, ну это такое. Это такое. Так, по анимашке ничего больше нету. Ручника совсем я не вижу. Не. Зато пепельница есть. И прикуриватель. Класс. Так, по этим. Ничего тут не анимировано. Ручки передачи. Нифига ничего. Ничего нету. Так, по этому, по картам. Ну, такое. Такое. Нормально. Так, по стеклам. Вот тут как бы вот стекло чуть-чуть видно, что приоткрыто. Открываем. Звук открытия есть. Сами стекла стоят. Да. Да. Как он звучок? Звук в салоне. Ну. Пойдет. В принципе, пойдет. Интересно. Твою нахер. Ну могли бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть поработать с этими дворниками. Да как-то так. Ну я не знаю. Я не знаю. Так, поехали в покупку. Я вам покажу ее. А потом подцепим прицепчик. И проверим ее на ход. Поехали. Вот, ребятки, продается данный наш автомобильчик. Лада Нива. Дилер брендов из модификаций. Так, поехали. Что тут? По кабине, естественно, один. Шасси один. По двигателям 80, 82 и 92 лошадки. По коробке одна пятиступка. Ну, интерьер. Интерьер мы уже видели. Так, покраска. По покраске есть где поиграться. Так, вот у нас идет пользовательский цвет. Тут вот всевозможные цвета. Прикольно. Прикольно, хоть с цветами нормальный ход. Да. Вот так. Так, по аксессуарчикам. Что у нас тут есть? Так, тут у нас что? Тут дофига всего. Меняется у нас тут. Вот, поворотнички. Ну, это типа как тюнинг. И вот стандарт. Ясно. Так, по бамперам. Есть вот такой, я себе поставил. Есть стандартный. Есть вот такой бампер. И без бампера. Ясно. Так, тут что у нас? Защита пишет. Но это, я так понял, вот фары. Вот такие можно фары поставить. Такие. Такие. Стандарт. Такие и вот такие. Ну, тоже прикольно. Так, это у нас что? Это у нас решетка. Вот так решетка. Так, что-то она не приближает ближе. Все. Вот такая решетка и вот так решетка. Тоже
Прикольненько. Так. Основные зеркала. Вот так. И в краску. Так, тут у нас табличка напарника, табличка водителя, переднее зеркало. Самое интересное, что переднее зеркало регулируемое. Классно. Мне понравилось, что можно его отрегулировать. Класс. Так, это брезовички у нас. Вперед-зад цепляются. Это у нас. Так, у нас идут ручки дверей. Тоже прикольно. Так, здесь у нас можно понавесить вот такие шторочки. И будет шторочка вот. Так, это получается у нас что? Ага, полностью вот. Тут открыто, боковушки закрыты. Ну, тоже как бы вариант. Тоже как бы вариант. Так, и по колесам. По колесам у нас тоже есть. Это стандарт, это вот такие, как я себе поставил. И есть вот такие. Ну, это уже на любителя. Так, по дискам. Диск у нас один. Колпаков, естественно, никаких нету. Ну, ребятки, вот такое. Так, здесь у нас тоже есть где поиграться по задним фонарям. Такие, 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 так и стандарт. И так же само по бамперам. Так же само без бампера, такой бампер, такой и вот такой. О, прикольненько, прикольненько. Так, по аксессуарам. Ну, тут ничего. Табличка водителя, табличка напарника. Все. Больше ничего нету. Но довольно-таки сносный, нормальный салончик. Прикольно. Обивочка оригинал. Да. Класс. Нормально. Мне нравится. Прикольненько. Отлично, ребятки, поехали. Сейчас прицепим ему прицепчик. Да и проверим нашу Ниву. Вот, ребятки, я цепляю ему вот этот невидимый прицеп. Беру вот этот первый. И вперед поехали выполнять заказы World of Trucks. Ха-ха-ха-ха. Прицепил я прицепушку. И поехали. Поехали, сейчас проверим его. Автомобильчик Ниву. Ну, довольно-таки. Поверни, довольно-таки налево. Немножко прикольненький. Так, повороты. Показывает. Ну, чё стали? Вот бычки. Объедем вас, мы ж не на грузовике. О, в чем прикол легковушек? Двигайтесь прямо. Хороша в маневрировании. Ну, прикольно. И звучок. Тут не ощущается, что вот с грузовика какой-то двигатель. Налево. Класс. Спокойненький разгончик. Поверните. Отлично. Налево. Нормальный разгон идет. Я поставил двигатель на 82 лошадки. На 90 с копейками что-то как-то так. Не знаю. Она чуть-чуть шустрее и мне особо не нравится. А вот этот на 82 в самый раз. Так, чё? Тупим, светофор. Так, подсветочку, если рубануть. Ну, как-то так. Как-то так. Вот, ребятки, такая подсветка, мне она как-то не очень то вподобы. Приготовьтесь к повороту направо. Ну, прикольненько. Поверните направо. Прикольно. Так, сейчас посмотрим, мы что. Ну, тут автоматическая погрузка на этих прицепах. Сейчас посмотрим. Так. Будьте внимательней на дороге.
Все, мы загрузились. Сейчас посмотрим. О, никаких дерганий, ничего нету. Отлично. Отлично, отлично. То как-то бывает, подпрыгивают, а это бомба. Класс. Молодца. Так, ребятки, поехали. Так, у нас... О, выключили. Просто по трассе прогоним, просмотрим, как она себя будет чухать с грузиком и с прицепом. Поверните налево. Мне нравятся вот эти прицепчики невидимые. Класс. Можно прицепить практически к любым. Поверните направо. К любым автомобильчикам. Будь то автобус, будь то легковушка, будь то БДФ. Шасси. Класс. Не, ребятки, достойно. Поубирать косяки, те, что присутствуют, и будет шикарнейшая Нива. Я, в принципе, в восторге. По сравнению с теми версиями, что были, это огонь. Это огонь. Поверните. Класс. Мягенько так переключаются передачи. Отлично. Управление, конечно, чуть-чуть такое, как ватное немного. Чуть-чуть бы его поострее бы сделать. Ну, а так, ребятки, достойненько. Довольно-таки достойно. Класс. Так, а ну давай-ка, Нива. Давай-давай. Да, с управлением надо быть немного поаккуратней. Вон. Чуть руля туда-сюда. Ну, как бы так. Как бы так. Она ловится, но ловится не очень. Ну, нормально. Нормально, нормально. Сорян, если будет где-то чуть притормаживать, уже, так сказать, компьютер мой просится на отдых. Но я работаю над этим. Работаю, работаю, работаю. И спасибо, конечно, вам, что помогаете все это дело ускорить. Я думаю, что в скором времени будем... на новом компьютере снимать видосики. Ну а пока что поездим еще на этом. Ну, ребят, достойно. Вы вот звук слышите? Класс, сейчас вот приоткрою окна. Вот, открыл окна, чтобы звук ощутить чуть-чуть так получше. Прекрасно. Мягенькие переключения. Класс. Скорость набирает нормальненько. Но я не газюрю особо. Ну такое. Класс. Так, закрываем окна. О, закрыли. Мне-то как-то оно лучше как-то. Ну... Классяра. Классяра. Вот заднее стекло даже видно. Класс. Молодцы, мододелы. Молодцы. Приятненько. Свет тоже боль-мень. Ну вот подсветочка такая. Ну, а что делать? Пускай будет. Так, так сказать, тюнинг такой. Ребят, мне нравится. Зашла Нива. Офигительно зашла. Да, я уже говорил, не забывайте. Регулируются все буквально зеркало, что заднего вида зеркало, что боковушки, все регулируются. Класс. Вот это под ее с дворниками. И чуть-чуть бы как-то с управлением. Ну, чуть-чуть бы его так, как бы, чуть-чуть поинтереснее сделать. И все. И машина огонь. Класс, как модик. Ё-моё. Приятненько идет. Шикарно. Я в шоке. Я не ожидал, конечно, такой прыти. Тихо.
Вы видели, что делает? Вот козел. Тут обзор идет, а он нам подставляется. Что ему за это сделать, ребят? Мы его сейчас... А ну-ка, 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 сейчас мы тебя... Вот так. Нах. О! Не надо нам тут портить общую картину. Ха-ха-ха. Нормально я его? Прикольно. Будет знать, как понты колотить. Так, отлично. Отлично, отлично. Так, ну нам тут осталось 47 километров. Сейчас вот газ в пол. И попробуем, как вот на развон. Сейчас полностью в пол загнал педаль. Ну, солидно. Переключение, класс. Пятиступка, но держите пятиступка правее. Вот я взял этот заказ Work of Track, и у меня почему-то пятиступка не срабатывает. На 90 только включается у меня четвертая передача, значит пятая идет уже после 90. Ну как положено, как в реале. Да, съезд прикольненько справа. Прикольненько, ребята, прикольненько. Офигительно. Да, я под впечатлением. И звучок такой вроде бы как бы снаружи кажется. Поверните направо. Не ахти. А с внутри как бы и довольно-таки шикарно. Класс. Отлично. У нас будет и видео, и стрим в одном флаконе. Да. Впечатлила Нива, впечатлила. Прикольненько. Для любителей легковушек это будет огонь полетать. Тормоза тоже отменные, но вот немножко управление, как бы так. Ну, а в общем целом, ребятки, хорош. Хорош автомобильчик. Класс. Офигительно. Ну, не забываем, что, ну, не бывает модов без косяков. Ну, я еще, вот сколько я летаю в ETS-ке, но без косяков, ну, не бывает модов. Каждый мод по-своему как-то... Есть свои плюсы, есть минусы. Держитесь правее. Но... Затем вот поверните так как-то. Направо. Как-то вот так. Поворачиваем направо. Да. Зашла Нива. Сейчас посмотрим, как она выгрузится. Все, что нужно, все есть. Повороты работают. Свет нормальный. Едет шикарно. Шикарно держитесь едет. Левее, затем поверните вот это что налево. Пару косячков. А так. Довольно-таки very good. Молодцы. Что сказать. Огонь. Огонь. Многие говорят, что ты только хвалишь моды. Да нет, ребят, я не хвалю. Если есть за что хвалить, я хвалю. Если оно говно, то я говорю, что это говно. Но тут прикольно. Прикольно. Налево. Так, налево. Поворачиваем. О, кто-то приехали у нас тарабахнулся, на но такое. Так, смотрим. Тут только лишь можно вот так поставить эти невидимые прицепы. Ну, попробуем вот так, да. Потому что по-другому они не паркуются почему-то. Так. Во, все, красотень, отлично,
Отлично, отлично. Вот, ребятки. Вот, 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 вот. Глаз. Что сказать? Глосяра. Бомбезная Нива. Ребята, качайте, наслаждайтесь игрухой, будете под впечатлением. Это гарантированно. Ха-ха-ха. Глосяра. Добренько, ребятки. Было интересно. Ставим лайкосики. Подписываемся на канал. И до новых обзорчиков. Будьте мне здоровы. Всем пока-пока. Пока-пока.